искренне стремятся к выполнению, в том числе и в отношении России, соответствующих условий. Вот и в этом у меня нет сомнений. Но у них ничего не получается. Потому что западные страны не собираются исполнять данных обещаний. Но как одна из опций, не сначала продление, а потом выполнение обещаний. А сначала выполнение обещаний, а потом наше участие. Что я имею в виду? Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены, ну пусть исполнят это обещание. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Afrique Média. Le monde, c'est nous.